привлечь инвестиции во внутренний туризм. С таким призывом к молодежному правительству обратился Валерий Радаев. В рамках встречи губернатора области и представителей молодежной структуры обсудили вопросы совместной работы. По словам главы региона, в настоящее время идет пересмотр долгосрочной стратегии развития области. Одним из приоритетных направлений должен стать как раз внутренний туризм. Задача дублеров – максимально плотно работать с Министерством молодежной политики, спорта и туризма и создать регулярные площадки для обсуждения текущих задач. В ходе встречи представители молодежного правительства попросили у главы региона выделить помещение, где они смогли бы проводить собрания. Валерий Радаев поручил рассмотреть этот вопрос профильному министру и поблагодарил членов молодежного правительства за работу. Работу такой структуры, как молодежное правительство, считаю необходимой в современных условиях, требующих развития кадрового потенциала, социальных лифтов, свежих нестандартных подходов, идей и мобильности. Как считают авторитетные эксперты, что избежать однобокости в развитии российской экономики, необходим опыт, помноженный на инновации. И в эту систему координат абсолютно вписывается модель взаимодействия разных поколений управленцев.